Черри, что она сделала с тобой? О, господи, Черри. Тихо. Она может нас услышать. Она уже совсем рядом. Это Слендер-корова. Да, ребятки, сегодня мы с вами поиграем в игру про Слендер. Корову. Она преследует меня уже 3 дня, и я не могу избавиться от нее. Нам нужно найти все молоко и сбежать отсюда. И если вам кажется, что я окончательно поехал кукухой, то ставьте лайк под этим роликом и подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Ну а мы побежали в лес. Я приехал сюда на своем полутракторе 3 дня назад, и все это время я пытаюсь лишь найти молоко. Сначала я хотел подоить корову, но она чуть не сожрала меня, поэтому я решил, что я просто найду в лесу молока и уеду отсюда. И прямо сейчас мы должны ходить по этому страшненному лесу и искать молоко. Но проблема в том, что это загадочный лес. Вот тут огромная зеленая поебень. Я не знаю, что это. Я не знаю, откуда это берется. Я не знаю, где я вообще. Я даже не знаю, какой это регион. Я даже не знаю, какая это страна. Мне очень страшно, если честно. Мне еще что-то в глаз попало. Возможно, это моя тупость. У меня батарейка садится. Мне нужно экономить батарейку. Уже 90% батарейки, и я там что-то вижу. Возможно, Слендер-корова находится именно здесь. О, нет! Слендер-корова убила Слендер-свинку! Только не это! Давайте осмотримся, я нашел здесь молоко. Я подобрал молоко. Так, выключим свет и... Нет! Свинка! Черри, что она сделала с тобой? О, господи, Черри, ты была лучше из всех свиней, хоть я и не знал тебя. Я точно уверен в этом. И... О, я нашел здесь топор. Мне нужно взять топор, чтобы зарубить корову, Слендер-корову. Почему я не могу взять топор? Я не знаю, но я нашел здесь молоко. Нам осталось найти всего лишь 7 бутылок молока. Где же они могут быть? Очевидно, что в этом криповом лесу. Я там что-то вижу вдалеке. О май гад, ощущение, что там что-то двигается, да? Там какие-то деревья двигаются и... коровьим говном не пахнет, значит, она далеко. Это что такое? Это пенек? О май гад, это пенек, нет. Мне нахрен не нужен пенек, мне нужно найти молоко. А, там моя машина, точно, окей. Мне не нужно к моей машине, мне нужно к молоку. И, в принципе, я смогу заметить ее в темноте, так что будем аккуратны. Будем передвигаться скрытно и тихо, я могу сесть? Нет, я даже сесть не могу. Это кошмар какой-то, я там что-то вижу, это очередной пенек. Это больше на какой-то камень похоже. Да, это какой-то камень. Но, мать твою, а где мне молоко искать? Я пока что не вижу, где мне еще взять молока. Где же может быть молоко? Понюхаем. Нет, говна нет. Молока тоже нет. И что это такое? Это очередной всратый камень? Так, господи, да вы серьезны сейчас? Нет, это даже не камень. Что это вообще за херня? Из земли торчит. Господи, разработчик, ну ты серьезно, что ли? Ты когда игру выпускал, тестил ее вообще? Просто какая-то херня из земли торчит, а он такой, так сойдет. Пофиг, кто вообще в мою игру будет играть? Ни один нормальный человек не скачает игру под названием Слендер-корова. Но я скачал, да, и я там что-то вижу. Это какие-то горы очередные. Не, ну что за странная локация? Серьезно, где мы вообще? Какой-то воображаемый коровий мир. И я до сих пор не слышу корову. Возможно, ее здесь вообще нет. Представляете, какой неожиданный поворот будет, если здесь вообще не существует коровы. И тут какой-то странный проход. Так, далеко никого нет, близко тоже никого нет. И молока здесь тоже, очевидно, нет. Здесь буквально ни хрена. Очень приятно. Большое спасибо разработчику за то, что он сделал такой логичный левел дизайн, который дает ориентироваться нам в этой потрясающей игре на все 100. Может, там далеко где-то что-нибудь есть? Там тупо пустырь какой-то, тупо кусты. Ничего там нет, но я нашел молоко. Надеюсь, корова не видит. Давайте осмотримся. Я не вижу здесь коровы. Собираем молоко. Включаем фонарик. Коровы здесь все еще нет. Это кладбище. Это все жертвы Слендер-коровы. Сколько их тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 человек убила Слендер-корова. Просто невероятно. Она сумасшедшая. И где мне искать это сраное молоко? Я ж его никогда не найду. И где эта тупая корова, а? Где корова? Вы видите здесь корову? Я не вижу здесь никакую корову. И молока я здесь тоже не вижу. Возможно, меня вообще обманули. И вообще, с чего я взял, что в лесу где-то будет раскидано молоко? Как я дошел до этой гениальной мысли? Я не знаю, и не задавайте мне такие сложные вопросы. Я там вижу какие-то новые деревья, походу это какая-то другая локация. Давайте сходим в эту локацию, и там тот дом, в котором мы уже были, или что там? И где ты, корова? Давай, выходи, я готов сражаться с тобой. Так, мы пришли к этим деревьям, и... Подождите, я что-то слышал. Или мне показалось. Я не знаю, есть ли здесь молоко. Здесь вода.
Окей, ладно. Пусть будет вода. И где же молоко? Может быть, в воде? На дереве, я не знаю. Нет, нигде нет молока. Где же оно может быть? И где может быть эта тупая корова? Я не знаю. Вот что это за странная херня тут, да? Что это такое? Я даже залезть на это не могу. Понятия не имею, но мы идем в ту сторону, я там вижу кое-что, и я нашел молоко. Нам нужно ходить без фонарика, потому что с фонариком я тупо не смогу обнаружить молоко, так как оно светится. И еще одно молоко, сразу две бутылки молока, и там еще что-то. Так, мы и туда сходим. Так, здесь ничего нет. А, значит, здесь кто-то отдыхал и оставил молоко. Вон она идет. Она преследует меня. Так, бежим туда, бежим вот сюда. Нам осталось собрать не так много молока. Я вообще собрал молоко? Почему у меня 3? Я вроде собрал 4. Где еще одно молоко? Я его не собрал? Так, здесь нет молока. Она преследует меня. Вот где она была все это время. Она так бесшумно подкрадывается. Это стелс-корова, господи. Где вы еще увидите такое? И я нашел еще молоко. И она все еще преследует меня, господи, как страшно-то. Так, здесь кто-то разводил костер. Мне нужно найти еще 4 бутылки. И, видимо, они рядом. Я ее потерял. Я потерял ее из виду. И молоко потерял. Нет, молоко нашел. А я корову потерял. Где она? Господи, я не хочу, чтобы меня сожрала корова. У меня скоро фобия начнется коровья. Представьте себе, насколько тупо было бы умереть от слендер коровы. Это самая тупая смерть в истории человечества. Я, видимо, не найду оставшиеся 4 бутылки. Я слишком тупой для этого. Я очень плох в слендер играх. Тем более, что они перестали хайпить и пару тысяч лет назад. Только истинные олдфаги их помнят. И я не вижу корову. Она, кажется, нас потеряла, а мы потеряли ее. Это, с одной стороны, хорошие новости, с другой нет. Так, давайте смотреть вверх. Возможно, мы увидим что-то высокое и сориентируемся таким образом. Но нет, я не вижу ни коровы, ничего высокого. О, ну мы пришли к горящему зданию. Угу. Значит, мы сделали гребаный круг. Значит, гребаные бутылки молока находятся прямо внутри этого гребаного леса. Вы что, издеваетесь, что ли? Я не хочу опять идти в этот гребаный лес. Вот она свинью убила и меня убьет. Тупая корова. Так, там моя машина. Короче, погнали в лес обратно. Вот в ту сторону прямиком к корове. Встретимся с ней, так сказать, лицом к лицу. Мордой к жопе. Потому что я буду от нее убегать, а она увидит лишь мою жопу. Я нашел что-то еще. Это фонарик еще один. Ой, это батарейка? Не могу это взять. О, я подзарядил батарейку. Клевый. А! Что, ран? Где ран? Прямо за моим... Она прямо за моей спиной. Господи, ран, Вася, ран. О, нашел молоко. Отлично, она привела меня к молоку. И, возможно, справа еще где-нибудь есть молоко. Но я бегу. Фух, господи. Ран, что за ран? Я охренел просто. Иду, никого не трогаю просто. Я из бухты барахта. Ран! Я застрял. О май гад. Она близко. Она очень близко. Что мне делать? Я не знаю, что мне делать. Мне нужно бежать в лес. О, нашел еще одно молоко. Осталось не так много молока найти. Надеюсь, она меня не поймает. Но она очень близко. И она какая-то медленная. От нее довольно легко убежать. И осталось всего 2 бутылочки молока найти. Они где-то недалеко должны быть. Где-то очень близко. Потому что мы, в принципе, почти всю карту обошли. Хотя у меня ощущение, что она просто бесконечная корова. Отстань от меня. Я не хочу с тобой играть. У меня нет настроения возиться с какими-то тупыми коровами-людоедами. У меня есть настроение поотдыхать, поиграть в тупые мобильные игры, но не убегать от тупой сумасшедшей коровы, а? Отстань, она приближается. Я вот оборачиваюсь и понимаю, что она с каждым разом все ближе и ближе. И где это гребаное молоко? Я просто хочу молока. Я же не твоих детей собираюсь жрать. Я просто хочу молока. Кто-то подоил тебя, я понимаю. Это некий стресс для тебя был, но это не повод меня сжирать заживо, корова. Ну ты понимаешь вообще, нет? Да не трогай меня, корова-матка. Ты бешеная, не трогай. Она гонится за мной, она уже очень близко. Ребята, видимо, это наша последняя встреча в этом тупорылом лесу, потому что я не могу найти молоко, а корова все ближе и ближе. Хотя, вроде мы начали отрываться. Я опять пришел к этому гребаному ветряку. Да что, как отсюда выбраться вообще? Где все? Может, вот так посветить нужно. Хотя так у меня еще меньше шансов найти гребаное молоко. Серьезно, его тут просто нет. И вообще, что за говно я скачал? Я скачал игру, в которой уже более, наверное, 10 минут бегаю от коровы. Вот где она? Она там, ходит, смотрит, чилит, нормально у нее все. Ну и что? И кого? И я не вижу здесь гребаное молоко. А, вижу! Осталось последнее молоко! Господи, я думаю, что оно в этом поле кукурузном. 100% оно там. Так, я в этой локации еще не был. Осматриваем кукурузное поле. Я думаю, что последняя бутылка молока очень близко. Корова, отстань от меня. Даже не смотри на меня и не нюхай меня. Я понимаю, что я немного обосрался, и ты как бы по запаху идешь, но не нужно, пожалуйста, за... Она ходит сквозь предметы! Последнее молоко там! А как туда пробраться? Она ходит сквозь предметы!
Ты чё, издеваешься, что ли? А, вот вам и вход. Ну, конечно, мы теперь должны бегать от нее и поймать последнее молоко таким образом. Окей, мы должны кружочек навернуть. Блин, она нас так поймает. А, подождите, как это 6? Я же 2 нашел, ран! Да я бегу, бегу, я не трогайте меня, пожалуйста! Последнее молоко, это последнее было, последнее. Я помню, как я собрал 7 молочных продуктов. Это 8-е. Где вы еще хотите, чтобы я достал вам молока? И тут, оказывается, были другие входы, но не суть. Еще одна бутылка, я точно помню, что я собрал 8 бутылок. Как это 7? В каком смысле 7? Да, ран. Ай-яй-яй-яй-яй. Она очень близко. Она прям вот в жопу мне дышит. Не дыши мне в жопу, пожалуйста. Где она? Кого она? Где молоко? Кого молоко? Ничего не понятно. Нигде не понятно, да? Господи, как она близко, а? Нет, я, кажется, не найду последнее молоко, хотя там еще одно поле. Или это то же самое поле, и я уже с ума схожу. Я не знаю. Да, видимо, это то же самое поле, и я просто схожу с ума и хожу по кругу. Вот черт возьми, разработчик, видимо, решил меня затроллить, потому что здесь нет последнего молока. Вы можете бродить здесь десятилетиями, столетиями. Сколько угодно можете здесь бродить, но вы не найдете последнее молоко. Просто игра года. Иди готи, 10 из 10. Иди ж ты в сраку, и попутного ветру тебе туда. Ну где? Где оно? Все. Мы его не найдем. Я вот здесь был. Здесь затопленные деревья вроде как. Окей, сходим вот туда. Там я, по-моему, еще не был. И если там нет молока, то, ребятки, на этом мы и полномочия все. Мы ей сдадимся, пусть сожрет нас заживо. Понимаю, что это очень грустно, но я не знаю, что делать в ином случае. И реально, здесь нет молока. Мы собрали 7 гребаных бутылок молока. И все. Я его нашел! Последнее молоко! Еще несколько минут бродил молча, но я его нашел! Я даже прочитать ничего не успел. Так, стоп! Я возвращаюсь! Харт! Я теперь хочу, чтобы она меня поймала. Так. О, на харде вообще ничего не видно. Представляете, как в это на харде играть? Я играл на нормале, чтобы было честно. И здесь без фонарика вообще нереально. Чё за бред? Как вообще здесь разобраться в чём-то? Как тут найти кого-то? Охренеть, ну здесь бутылки расположены в тех же местах. Давайте просто сейчас прогуляемся вот в этой темноте. Чёрт, мне нужно было сразу играть на харде. И я ничего не вижу. Вот прям ничего. Если в прошлой версии я мог хотя бы издалека хоть как-то обнаружить молоко, в этой версии невозможно. И батарейка у тебя разряжается просто на раз, два, три. Я могу ее выключать и ничего не видеть, но это не поможет. Я думаю, что корова уже очень близко. И она нас догонит, это 100%. Корова, кыс-кыс-кыс-кыс. Серьезно, у меня уже 65% на батарейке? И каким образом я должен найти оставшиеся 7 бутылок молока? Уже 50% по факту. Зашибись, чё. Очень весело и интересно. Я не понимаю, где корова. Она в тот раз появилась довольно быстро. Возможно, она спавнится в определенном месте. И вот если раньше мы искали молоко, то теперь мы ищем корову. Мы извинимся и вернем ей обратно это молоко. И корова, хорошо, я пришел договориться. Я тебе верну твое молоко, я его собрал по всей этой карте, а ты не будешь жрать мои кишки. Как тебе такое? Тебя устраивает мое предложение? Если устраивает, то помычи 3 раза. Или хотя бы покажись. У меня уже 40% как бы у батарейки. Я не смогу долго тут ходить, а в темноте мне сидеть будет страшно. Я умру от инфаркта. У меня сердце остановится. Я обосрусь, корова. Да где же она? Серьезно, ее тупо нету теперь. Зато я нашел еще одно молоко. Возможно, когда мы соберем 2 молока, она решит появиться. А? Корова. А, вот она. Все, забирай свое молоко, только не ешь меня. Я не буду убегать и... Game over. Все. Ладно. Сегодня мы с вами поиграли в очень странную игру. И это было очень странное видео, однако. Но у меня есть еще одна очень странная Slender игра. Если вы хотите ее увидеть, то напишите об этом в комменты. Также давайте попробуем собрать под этим роликом больше, чем 1,5 лайка. Ну и подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. И как-то случайно попали на этот видос о корове Slender Mania. Да. Что ж, увидимся.